Здравствуйте! Сейчас начало лета, сезон кабачков, молодой картошки, зелень уже пошла. И я решила сделать оладьи не кабачковые и не деруны с картошки, а кабачково-картофельные оладьи. Для этого беру два кабачка, две большие картофелины. Потру их сейчас на крупной терке. Порежу мелко чесночок и немножко его поджарю. Порежу петрушку. Ну и посмотрим, что будет получаться. Потерла на терке. Сейчас посолю. Это может быть чайная ложка, может немножечко без горки. Приготовила уже яйцо, желток положу отдельно, белок хочу взбить, чтобы блины были немножечко как бы попышнее. Порезала чеснок, сейчас его поджарю. И приготовила муку и смесь перцев, которые буду добавлять уже в смесь без жидкости, которая возможно будет в этой смеси. Прошло 15 минут. Через 15 минут вот выделилось сока. В принципе, он нам не нужен, потому что тогда надо будет добавлять очень много муки. А мы заинтересованы, чтобы у нас были все-таки овощные эти оладьи. Поэтому я хорошенько отожму эту жидкость отдельно. Ее можно будет даже использовать где-то. Может, даже в какой-то суп. Или борщ. Вот так сильно, очень сильно не отжимаю, но тем не менее отжимаю. Вот, все. Немножечко поджарила чеснок. Так, солить, естественно, уже не надо, потому что соленый. Даже попробовала вот этот сок. Он соленоватый, конечно. Ну, как раз в меру. Немножко поперчим. Взяла смесь перцев. Так. Сейчас, наверное, выложу желток. И размешаю. Так. Зелень. Можно взять укроп, можно взять смесь тоже зелень, какая есть. Сейчас. Это даже в процессе, вот я перемешиваю, еще пускаю немножко сок. Вот оно должно где-то так быть. И не сухим, и не сильно как бы влажным. Ну и в процессе даже жаркий будет еще пускать сок. Ну где-то, я так думаю, пару ложек обычно. Вот такую смесь уходит. По желанию можно было, конечно, положить и два яйца. Ну и так будет получаться все. Вот тут смесь. Мука нужна только для того, чтобы немножечко соединились вот эти вот кусочки. А? Компонент. Да, кусочки этого картошечки и... О, все. Сейчас разогреваем сковороду и начинаю жарить. Делаю потоньше, вот так, как бы немножко их выравниваю сверху, для того, чтобы они не сильно зажаривались и вместе с тем были внутри готовыми. Украшаем сверху зеленью, зеленью петрушки.
Очень вкусные, интересные получились эти оладьи. Готовьте вы, если понравился вам рецепт, понравился, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всего вам доброго, до следующих видео.